Привет, Даник! Всем привет! И сегодня мы пришли на выставку полицейских машин и пожарных, да? Да. Нам тут дали какую-то бумажку, подарок и мороженку бесплатно, да? Да. От полиции. Да. Сейчас пойдем смотреть, что-то там вон музычка играет. Сейчас мы будем смотреть, что тут есть интересного. Там лошадь еще есть. Сейчас подойдем поближе. А здесь что такое? Тут лошадки. Давайте сзади не будем подходить к ним. Обходим. Смотрите, какие красивые. А здесь разные оборудования, да? Для полицейских. Смотри, какая каска офигенная. Не тяжело, нормально? Круть. Все, Даник. Спецназ вперед. Давай. Давай. Стекло, стекло очень тяжелое. Это против камней. Обалдеть. Идем смотреть, что есть дальше. Идем, там какой-то робот впереди, смотри. Обалдеть. Да, идем. Я же говорил, что не есть робот. А потом сюда, смотри, Дань, тут есть еще ружье такое внизу, смотри. Круто! Класс! Ух ты, Дани! Даника все фотографируют. Дани, ляк-ляк-ляк, тебя фотографируют. Вау! Что, видно там что-то, Даник? Круть! Когда находят опасные какие-то предметы, одевают вот эти вот штуки. Бронежилет. Вау! Повернись ко мне. Круть! Даник, ты такой крутой! А эту шлем оденешь? Кен, придержи руками, Даник, придержи. Даник, придержи руками. У-у-у, ты классный, Даник. Круть. Супер. Это штука, с которой Даник стреляют издалека, чтобы взорвать что-то, представляешь? А это то же самое, когда находишь что-то подозрительное, чтобы взорвать, защищаются вот таким вот шлемом и бронежилетом. Ты посмотри, какие гусеницы, а? Моя. Смотри, пушка стреляет. Видишь? Сядь вместе с Анюткой, она боится. Ты первый сади сюда, а ты сзади, постарше. А вы можете так еще щипцами так сделать? Чик-чик. Мы сфотаем. Давай, Анютка. Ух ты! Круть. Ух ты! Класс! Вау! Вот это круть! Вау! Вот это да! Все? Было круто, правда? Вау! Идем. Вас дольше всех катали, прикинь. А это лодка полицейская, вы только посмотрите. И мотоцикл. Да, Даника, мотоцикл, смотри, у тебя тоже такой похожий, да, есть? Да. Сзади там с сумками. Он покрыт таким приятным лаком. Да? Особенно сиденье. Да? Даник всю пыль протер, да? Пойдем дальше. Давай, мама, будешь одевать это все? Давай. Да. Еще один бронежилет будет одевать Даник.
כן. Так? Давай, Райма, гав. По спиной повернись, спиной. Ох ты! Вот это да! Даник, тебе не тяжело? Давай. И шлем. Каску сверху. Ой, тебя не видно. Круть. Ну слушай. Держи руками, держи руками. Ой, и автомат тебе дают. Какой ты хочешь? Этот или этот? Анюта, посмотри, какой Данька крутой у нас. Ну вообще, круть! Все? Даника, посмотри, какие бинокли прикольные. Смотри. Смотри, бинокли какие крутые. Ну вообще, еще одна пушка. Обалдеть. Мата, ямани, смотри. Ямани, ямани. Газовая пушка, Даник. Тебе надо еще ленточку на голову, будешь как Рэмбо вообще. Видно что-то? Видно дом близко, да? Ой. Повернись налево. Вон туда, да. Там тоже что-то видно? А наоборот? Все отдаляет, да? Наоборот. Тут тоже какое-то оборудование, смотри. Бинокли какие крутые. Смотри, это камуфляж. Вот эту одежду одевают для того, чтобы спрятаться, чтобы невидным быть. Видишь? Вот, вот эту. Видишь? Ух ты, Дани, какой мотоцикл ты оседлал. Ух ты. Это ты? Это ты нажал? Нет? Ой! Ой-ой-ой, какая сирена. А тут смотри, какие треугольники. Да? А это что? Смотри, каска какая. Хочешь машину? Давай машину! Давай, хочешь, я подержу? Давай. Давай, забирайся. Даник, ты тоже хочешь? Давай, ты сзади. Ты сзади, да? Давай, залезай. Вот тут. Забирайся. Ой! Это ты сделал? Вау! Ой-ой-ой. Вот это да! Ух ты, скажи что-то, Дань, скажи туда что-то. А хочешь я? Отодом, отодом, лацо. Ой! Пойдем. Обалдеть! Сирены! Смотри, а вот с помощью этого колеса останавливает машины. Колеса спускает, и машина останавливается. Йоу, какой тут шоу! Пошли дальше. Даник! Идем. Есть такое, есть такое. И есть фонарик, ребята. Что вы хотите? Анюта, что ты хочешь? Такое? Фонарик. Вот, Анют, фонарик тебе.
Какие шарики вы хотите? Я хочу синий. Идем. Ух ты! И по шарику нам дали. Пойдем за мороженым. А здесь мороженое дают. Тут есть куча вкусов, дети. Держи. Еще одна остановка с полицейскими машинами. Это группа захвата, Даник. Хочешь сесть на мотоцикл? Еще один мотоцикл оседлали. Ну, пойдем смотреть, что еще тут есть. Газовые пушки, смотри. Это с которой ты фотографировался. Круть. Граната. Даник, посмотри, настоящая граната. Видишь? Вон дядя, держит дядя. Видишь? Это щиты полицейские. Видишь? Они там держатся с другой стороны, там есть ручки. И защищаются. Там, когда надо разогнать какой-то народ. Да? Пойдем. А вот и пожарные машины. Круть. Вот они, вот так близко. Идем посмотрим. Да, смотри, вода там льется. Поливают цветочки. Показывают, как это работает. Ух ты, дым идет. Это искусственный дым. Ух ты! Ну, все? Детей одевают пожарных. Ух ты, Даник! Ух ты! Анютка, тебя тоже надо застегнуть, да, моя? И Анютку застегивают. Ух ты! Помашите мне, помашите. Анюта, огромная машина. Жарко, да, надо снимать уже все. Все, раздеваемся. Тут такие защелки специальные, слушай. Все так серьезно. Так. Одной рукой не расстегнешь. Ух ты! Ой, куда-то убегает дым. Ух ты! Класс! Анютка! Воу! Анютка, ты где? Анютка! Иди сюда, я тебя не вижу! Идем посмотрим, что делают. Ой! Даник, а если вдруг кто-то попадает в аварию, смотри, как достают человека из машины. Смотри, вон там штука раскрывает машину, дверь. Видишь, тут разные приборы для спасения людей, представляешь? Я думаю, не только. О, сейчас он включит, представляешь? Смотрите, сейчас будет самое интересное. Сейчас будет самое интересное. Смотрите. Опа! Вот так раскрывают машину. Там, где... Если дверь закрыта, ее так открывают. Видишь?
А здесь, наверное, распиливают что-то. Видишь, вот этими пилами распиливают разные вещи, чтобы добраться до человека. Идем дальше. Здесь водичка брызгает, да? Набрызгала на тебя водичка, да? Ух ты! Охладиться немножко в эту жару, да, Даник? Охладиться немножко в эту жару надо. Классно! Ой! Вода не достает до меня! Я вижу радугу. Даник, Даник, видишь радугу? Не видишь радугу? Класс! Замочил кроссовки, да, Даник? Ой-ой-ой. А что происходит здесь? Здесь показывают, что есть внутри пожарной машины. Смотри, что есть внутри пожарной машины. А что здесь? Шарики улетают. А вот там носилки. Ты видишь, Даник? Носилки лежат. И лестница. А здесь спецодежда, смотри. Ботинки какие огромные. И перчатки. מה זה? גבאי צריך להגיע מהרגע שהוא שומע את הקריאה תוך דקה להיות בתוך הרכב. Он рассказывает, что пожарный должен быть готов за минуту. Анютка. Этот костюм защищает от огня. Анюта, убери это, я снимаю. И к этому всему одеваются специальные перчатки и шлем. И так пожарный заходит в дом. Давайте, ребята, и забираемся в пожарную машину. Опа, туда. Вот так выглядит пожарная машина изнутри. Класс! Это фонарь. Круто. Включай. Ух ты! Он рассказывает, что здесь у каждого есть свое сиденье, у каждого спасателя, у каждого пожарного. Здесь у каждого пожарного есть баллон с газом. Это водительское сиденье. Мы сейчас перейдем в водительское сиденье, да, Даник? Сфотографируемся там, да? Данюха забирается в машину. Ну как, Даник, тебе там сидится? Да. Огонь приехал тушить, да? Давай, слезай. Дали посидеть даже в машине пожарной, да? Теперь, Анюта, сейчас тебе дядя поможет. Ты едешь спасать, да? Скажи так, вперед!
молодец! Опа, и Анютке дали посидеть в настоящей пожарной машине, да? Тетя полицейская пристает ко всем, смотри. Прикол. А здесь показывают, как важно пристегиваться. Так, пристегивай Даника. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ничего себе! Вот это да! А вот что происходит, когда не пристегиваются. Опа! Улетел Мишка. Улетел. А здесь показывают, как машина переворачивается. Там люди внутри. Офигеть! Пойдем туда тоже, Даник? А? Ой-ой-ой, как машина крутится. Обалдеть. תבינו ותדרשו מהילדים שלכם. אל תצפו שהם יעשו את זה לבד. זה גבולות, זה אנחנו ההורים, אנחנו אחראים. אנחנו אוי אוי אוי. נס קרוטיאט! וואו! Мы кверх ногами. Моя голова. А теперь в другую сторону. Ой, 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 ой. Все, держись, держись. Все, я думаю, все. Все. Ну что, Дани, как было? Необычно, да? Немного. Ну вот и все, наша прогулка сегодняшняя закончилась. А мы с вами прощаемся. Пока! Побежали на площадку. Там есть площадка.